Здравствуйте, любители кино и киноновостей! Это проект «В мире кино», и мы рассказываем интересные факты и курьезные случаи со съемочной площадки. Поехали! «Звездные войны» — это целое поколение. Множество людей выросли на этих фильмах. Дети, играя, делая мечи, представляли, что у них имеется сила, и они ей способны повелевать. Выбирали, к темной или к светлой стороне силы они принадлежат. Star Wars – культ, который всегда манил людей своей вселенной и своими загадками. Каждый актер, герой которого по фильму полагался световой меч, вправе был сам выбирать цвет меча. В основном брали голубой, как у Энакина Скайуокера или Оби-Ван Кеноби, зеленый, как у Йоды, или красный, как у Дарта Вейдера или Императора Палпатина. Лишь у Мейса Винду меч необычного фиолетового цвета. Актер Сэмюэл Л. Джексон посчитал, что такой световой меч будет выглядеть забавно. Питер Мэйхью, работавший в больнице санитаром, получил роль Чубаки благодаря своему огромному росту – 2 метра 18 сантиметров. Этот представитель расы Вуки был срисован с собаки Джорджа Лукаса – индианы, породы аляскинский маламут. Язык, на котором говорит Чубака, был сделан с помощью компиляции звуков, издаваемых полярным медведем, барсуком, моржом и верблюдом. Чтобы получить рев толпы во время гонок на карах, звукорежиссер отправился на матч по американскому футболу и записал на магнитофон реакцию болельщиков. Плач 3-летней девочки, обработанный на компьютере, стал звуком, издаваемым подводным чудовищем. Звук космического корабля TIE Fighter, компиляция вопли молодого слона и шелеста покрышек на мокрой дороге. А звук открывающейся двери шаттла Дарта Вейдера – лязг решетки камеры тюрьмы Алькатрас. Выходные – прекрасный повод поностальгировать и пересмотреть все части «Звездных войн». А мы увидимся совсем скоро. Пока!